Завтра должна была быть премьера песни «Андрей». У нас много-много лет работал Андрей Старчев с художником по свету. И у него очень много лет, это уже было назад, у него умерла мама, я написала песню «Андрей». И завтра в его день рождения мы должны были ее сыграть в Саратове, она сегодня выходит. Мы ее споем сегодня. Старчевс, мы тебя любим! Мы улетаем в края, где нас не знают, не ждут. На всех единый маршрут, в один конец проездной. И не крепко держит земля, теперь ты все только сам. Обед и сон по часам, и мотоцикл в гараже. А он шептал и звал: «Мама, мама!» И видел, как она остывает. Ангел слева кружил, демон справа. Чужих мам не бывает. А на завтра был заказан молебен, и он смотрел, как она остывает. И стремительно падал с неба. Чужих мам не бывает. Остается любовь и невозможность спастись. Какая странная жизнь, зачем вообще начинать? Но ты, пожалуйста, знай, что я твой друг навсегда. И впереди города, и станет легче душе. И мотоцикл в гараже. А он шептал и звал: «Мама, мама!» И видел, как она остывает. Ангел слева кружил, демон справа. Чужих мам не бывает. А на завтра был заказан молебен, и он смотрел, как ее отпевают. И стремительно падал с неба. Чужих мам не бывает. А он шептал и звал: «Мама, мама!» «Мама, мама!» А он шептал и звал: «Мама, мама!» И видел, как она остывает. Ангел слева кружил, демон справа. Чужих мам не бывает. Чужих мам не бывает. Чужих мам не бывает. Спасибо. Позвоните родителям.